Иран закрыл границу с Курдистаном. Причина принятия таких мер пока официально не озвучена. Иран принял решение о закрытии наземной границы с иракским Курдистаном, передает Reuters со ссылкой на иранские средства массовой информации. По данным Reuters, на данный момент неизвестно, по какой причине Иран закрывает границу с Курдистаном. Сейчас в автономии находятся иранские офицеры, которые планируют провести переговоры по теме эскалации регионального конфликта между курдами и Багдадом. Предполагается, что Иран решил закрыть границу в ответ на референдум о независимости Курдистана, который прошел 25 сентября и завершился уверенной победой сторонников отделения от Ирака. Ранее Курдистан усилил оборону на границе с Ираком. По материалам сайта news.com.